дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители, всем привет, ребята. С вами сегодня опять я, Шмель. Мы проходим Old Last на мониторе страх опять. Нам жалко, все дела. Давайте сразу же продолжить нажмем. Еще я маленько вот подболел, если что, так что... Не, там сильно не пишите, что так мало комментировал, все дела, потому что я сейчас болею, ребята. Да. Загрузка. Отлично. Так, тут же я был. Да, тут я был. О, вообще нифига не вижу. Тогда меня сильно не было слышно из-за звуков всяких. На, извините, надо было звук, наверное, убавить. Хотя я его сейчас убавил. Куда идти-то? Мне наверх же, да, или нет? Нет. Если рассуждать логически, мне надо выбираться отсюда, а не наоборот. Так что вниз. Дождь идет. Прикол. Вот. Сейчас что-то будет, да? Сейчас прямо вот что-то будет. Нет. И налево. Сейчас что-то будет. Не висло бы, я бы вообще бы рад был. Если честно, я только сейчас тебя заметил. Да, я выжил. Ну и чё ты, урод, ты зачем меня сюда привел, а? Куда ты нахер попёрся? Ко мне что ли бежит или чё? Да он убежал. Да эта мелкая тварь убежала. Я без понятия вообще, куда мне надо идти. Нету, да? А нет, есть человек. Привет, человек. Ну хоть в этот раз ты с головой. Блин, да не лагай. Почему так мало FPS, а? 10-12 FPS. Блин, ну сейчас вообще жестоко лагнуло. А, мне надо батарейку найти. Может, у тебя где-нибудь есть, а? Опачки, что это? Да не в шкафчик, иди нафиг со своим шкафчиком. Батарейку нашел. Кого нету? Где батареечка? Дайте мне батареечку, пожалуйста. Куда мне чё? А, сюда надо? Нет, не сюда. Куда? А, вон дверь. Чё? О, батареечка! Спасибо тебе большое. Опа, там что-то горит. Как туда забраться?
Мне ж туда надо, да? А, во, нашел. Даже следы такие, я это не заметил. Вау, все как красиво. Ой-ой-ой-ой. Куда идти? Вот дорожка. Перепрыгивай. Так, вот, идем, идем. Это чувак. Привет, это ты поджог? Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things, because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get up. What will it be? Ну, 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 новое задание. Перепрыгни. Чё? Валить ни хрена не можешь, а. Ну, и чё у меня за задание-то? И где это возьму? Где эту хрень включить мне? Ай-яй. Вон выход какой-то. Нет, это обратно. Как мне туда попасть? Твою ж, а, налево, что-то лагает. Не лагай, тварь, прошу тебя. Блин, наверное, мне туда как-то надо попасть. Я вообще без понятия, как. Прыгай. Прошу тебя, да почему ты не можешь туда перепрыгнуть? Ля-ля-ля. Ну вот, мне же сюда куда-то ведет, значит куда-то сюда. Потом вот тут. И отсюда надо куда-то добраться, да? Куда, черт побери, идти, а? Может здесь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Куда идти, а? Обратно я могу? Нет. А почему? Ну-ка, может мне куда-нибудь наверх надо? Нет, тут вообще нет пути. Дай я тебя убить, чувак. Я даже убить тебя не могу. Поджигатель хренов. Ну вот. А, да. Вот я идиот. Я же забыл, что тут садиться можно. Ладно, допустим, его выбрался. А теперь-то куда? Точно не туда. Вообще тут происходит, а? Сейчас куда я попал? Ой, ее тоже дома нахер. Мне же надо что-то включить, да? Да, что-то включить. Закрою эту дверь.
нажмите нельзя. Дай почитаю. Все. Такс. Документы. Ребята, поля. Все, прочитал. Теперь мне надо понять, куда отсюда бежать. В принципе, я выбрался отсюда. Это у меня в какой-то мере уже радует. О, туда можно. Сейчас что-то будет. Сейчас либо толстяк, либо еще кто-то. Да? О, нет. Не нравится мне это. Почему каждый раз в каждом видео у меня проблемы, а? Привет. Что мне с ним делать? Как я его вообще должен пробежать? Там несколько путей. Отлично, теперь он тут еще ходит. Такая махина. Идти не идти, а? Ладно, пойдем. Где он? Что-то было. Куда мне бежать? Зря. Наверное. Да? Или нет? Тут ванна. У них кровь. Он живой. Странный такой чувак. Самое интересное, что ты живой. А где толстяк, а?
убить не могу, да? Нет, вообще с тобой ничего сделать не могу. Опачки, вот сюда мне и надо было. Черт побери, сколько таких рубильников? Иди давай. Ой-ой. Иди отсюда давай. Теперь куда мне вопрос пробежаться надо, а? Я вообще без понятия. Типа меня нету, давайте вот так. Опа. Все, меня нету. Возможно, мне туда надо было. Эта скотина туда пошла. Вон он стоит, а. Иди отсюда, давай, проваливай. А, пожалуйста, иди отсюда, да, молодец. Сюда возвращается, да? Да, сюда походу. Да я, черт побери, прибежал. Тихо-тихо-тихо. Я, походу, прям перед ним закрыл, да? Иди отсюда, иди. Пожалуйста. Скотина. Так, вроде ушел, да? Понять, что тут сделать. А, нет, это типа просто спрятаться, да? Я слышу, где-то он идет. Thank you.
было бы, если честно, абсолютно бы пофиг, если бы я знал, куда бежать. Ладно, напролом. Напролом, ребята, напролом. Давай, беги, беги. Так, ну мне остался, в принципе, один только выбор, куда бежать. Это в бок куда-то там. Да. Короче, в бок куда-то мне надо бежать. Я там видел еще один путь. Я надеюсь, это последний, потому что больше я там вообще не вижу вариантов. Где он? Не вижу. Еще у меня батареек нету, это уже просто пипец. Я выхожу прямо за углом. Это пипец было на самом деле. Выходишь, и он прямо за углом у тебя. А еще батареек нету. Иди отсюда. А вот черти. Как прикольно у тебя, кстати, руки-то. Подари мне свои руки, пожалуйста, чувак. Лысый. Лысый. Лысый, подари мне руки. А то просто у нас скоро Хэллоуин. Да, ну шо, а. Блин, из-за этой музыки я не слышу, где он. У меня пальца нету. И руки все в крови. Только попробуй, сейчас, чтобы он не за углом. Да как так, а? Не, вот это уже нереально. Почему каждый раз, когда я туда прихожу, он за углом должен быть? Это же тупо нереалистично. Как я вообще должен это пройти? Что ты меня задолбал, да? Тварь ты такая. Иди отсюда, давай. Вроде ушел, да? Да, вроде ушел. Здорово. Эй, не с одного раза, иди нафиг. С одного раза, серьезно? Он с одного раза меня убил. Как это вообще? Я должен пройти он. Он три раза на одном и том же месте был. Это же тупо невозможно. Иди сюда. Опять? Серьезно?
самая уродская игра. Ладно, сейчас он выходит, я примерно как-нибудь вот так. Он идет сюда. Он меня не заметил. Да, злись там, злись, пока я тут лезу. Ну, чувак, ты меня уже ничем не напугаешь тут. Давай, бежим, 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 бежим. Иди ты нафиг со своими уточками. Так, где этот придурок? Да, позлись там, пока я лезу. Иди сюда. Енот долбаный, а. Вот ты лысый, а. Почему все лысые злые? У меня есть небольшая, очень-очень тупая идея. Что за тупость, а? Он типа смотрит по сторонам, нет ли там никого или... Ой, ладно, молчу. Так, смотрите, сейчас он зайдет, да? Да. Вот он зашел. Вот. А зачем я сюда прибежал? Ой-ой. Мне кобзец. Мне полный-полный кобзец. Вон он. Мне вообще кобзец, кобзец, да? Третий раз. Там он? Скажите, что он не там. Ну где он, а? Самое тупое, ты не знаешь, где твой враг. Это маленько настораживает, то что он сейчас опять выйду и я проиграю, да? А я так не хочу. Я вообще так не хочу проигрывать, мне это уже надоело. Где его нет, да? Наверное, сюда надо спрятаться. Он сейчас сюда должен прийти. Возможно. Да, наверное, он сейчас придет. Мне просто ж так этот ящик все-таки тут стоит. Или просто так. Ладно. Хотя нет, я его уже слышу. Он тут где-то. Рядышком. И вот сейчас самое тупое будет, если я проиграю, или это не иди, это не по... Короче, еще третий рычаг где-то. Это вообще такая тупость будет. Вот он тут, он должен сейчас, по идее, ломать дверь. Вот он за вот ну, той дверью, которую я закрыл, он должен ее сломать, посмотреть сюда. Но нет, он же как дебил там ходит. Осматривает всю эту окружающую среду. Ой-ё.
Не знаю, выбежать, не выбежать. О, я тут даже два ящика, значит, они... Для чего-то и нужны, ну-ка. Ну, тут нет, сейчас надо послушать. На самом деле тут хрен разберешь, тут и не тут. О, вагонетка. Шли в Майнкрафт. Что я туда забраться не могу. Слышу, кто-то идет. Он вот тут прямо ходит, как в тот раз. Это уродливая тварь. Опачки, у меня зарядка. Сейчас надо спрятаться в шкафчик и зарядку подсоединить. Как раз такой момент, который надо. Ой-ой, все. Вроде даже посветлее стало. Прикольно, я двигаюсь. Ну ладно. Нет, нет, почему? Да не надо. Да как это вообще пройти возможно? Ну-ка, может тут тоже рычаг? О, нет, тут кнопка какая-то. Как это вообще возможно пройти? Каким фигом? Закрой дверь. Приседаем. Йоу-йоу-йоу-йоу, хип-хоп, хип-хоп. Тут-то нет. Да, он вообще рядышком где-то ходит. Примерно. Возможно, он там за этой стеной. С каждым разом все ближе и ближе. Так, самый-самый темный угол. Давай, 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 давай. Ёлы-палы. Фу, ну я это сделал. Я сделал. Осталось только эту долбанную кнопочку нажать и обратно прибежать. О, оказывается, когда прыгаешь, он намного быстрее бегает. Когда как, вроде, да? Хотя нет. Сейчас вот не протупить. Все, я вот сейчас должен, да?
Он должен... Вот, сейчас он туда пойдет, да? Самое тупое будет, если он сейчас там будет ходить опять. И как я должен туда попасть? Он меня с одного раза убивает, и я еще должен куда-то как-то туда попасть. Опачки, ребят, пауза мне там сюда звонит. Пауза. Так, мы продолжаем, ребят. Вот сейчас интересно, как вы думаете, я смогу, не смогу, короче. Сейчас резко ставьте свои ставки на то, что я смогу или не смогу туда добежать. На счет три. Раз, два, три. Твой. Ладно, все, не смогу, не смогу, ребята. Кто ставил на не смогу, вы выиграли. И по идее он сейчас туда уйдет, и я вообще в этом не туда. Я вообще смогу убежать спокойно. Какой ты жирный пипец, а? Лысый, иди отсюда. Лысый. Лысый, иди отсюда. Хрена учите. Блин, да! Почему? Как, черт побери, разработчики представляют его обижать не кругом, что ли? Это невыносимо. Они реально как это вообще представляют себе? Он... И он тут стоит. Да, я должен все бежать и попасть туда, куда мне надо? Серьезно? Эта игра вообще ломает все принципы хорроров. Давай, да. Нет! Нет, не может быть такого. Ладно. Сейчас опять ставьте свои ставки. Раз, два, три. Да. Я ненавижу Outlast. Да почему? Почему? Да ну нахрен эту игру, а? Надо ее удалить. Я вообще не люблю те игры, где сдыхаю больше трех раз. Я их сразу же удаляю. Ну блин. Ну блин. Почему? Да почему? Как так я вообще это должен пройти? Ладно, ребят, поскольку это видео уже долго длится, я сильно вообще ничего не прошел. Да, я знаю, я лох тут. Последний себя показал. Ну, потому что я болею еще, не забывайте насчет этого. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, там где-то внизу есть. И да, если вам понравился Outlast, хотя вряд ли, потому что я реально ничего не прошел, показал себя как лохом последним. Я вообще не знаю, как это пройти. Возможно, это я пройду без съемки, да. Да, я это, да, это без съемки я пройду. А в следующей серии продолжим на там, где я это прошел, эту хрень. Да. И не забываем подписываться, ставим лайки, если вам нравится Outlast. Всем удачи и всем пока-пока.